told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Йоко, вкладку совершенно такого триля купил, прям спусла масса. Сережа споняю, Софии дойная совершенно такого триля купил. Не именно спусли жонгу вырен. Это за вас. Макар зачнула фельдштерка. Макар спусла фельдштерка. Шико мой. Шико. Да шико. Не именно спусли. Сейчас. Здравствуйте. Сейчас, пока на кухне разговаривали, там женщины говорят, что там семьи распадаются, что мужчина не хочет, мужчина не может. Женщина сама не понимает, что говорит. Сама не понимает, что одно слово и все, ничего не надо. Вот у нее же к тебе претензии, предъявы постоянные. Это не так, то не так. Иногда, иногда. И все. Всегда. И мужчина уходит. Куда уходит? Туда уходит. Где молчат. Вот эти ЛТГБ, они... Они эту тему, понимаешь, они оголяют и внедряют в общество. Я об этом много писал. В Петербурге писал, в Фейсбуке писал. Слушай, столько говна на меня вылили. Я как диагент бочки с черепом в руках просидел, больше не пишу. Так вы журналист? Я говорю. Так вы говорите или пишете? Сейчас только говорю, потому что... А, вот. Собственно, кто вы? Можно и познакомиться. Профессор. Семья, да? Вроде бы, да? Мужчина, да? Вот смотри, у него один дом, одна машина, один фен, так. А смотри, ЛТГБ что делает, понимаешь? Вот смотри, вот это... Один мужчина, да? У него один дом, одна машина, один фен, так? У второго мужчины, понимаю, у него один дом, одна машина, один утюг. И где логика? Да, смотри, что делают они, эти ТГБ, экономика, понимаешь, она удваивается вся, понимаешь? Вот что они делают, эти ТГБ, и претензий нет, понимаешь, нет предъяв у них. Все у них сладенько. Вот что они делают. Слушайте, а у вас это в Молдавии вообще эта культура с общепитом не развита, да? Как не развита? Развита вроде. Мамалыга, плацента, как не развита? Я по Штефана прошел, ни одной шашлычной нет. Я неделю жидкого не ел. У нас, если это дом, у дома мангальная. Не мангала, мангальная, тандыр. Если этого нет, это не дом. Кто там жить будет? Кому он нужен? А так, понимаю, воздух свежий, все, понимаешь, я один дрова все достал, сиди гараж, что нарубил все дрова, там это мангал ставил, костер разжигай, майстер, все это, казан ставь, казан греется, понимаешь, женщины, они дома, там это все эти ваши, там они так, там, ой, значит, они там нарезают все себе, ты на улице, понимаешь, что все, костер горит, казан, когда нагрелся, ты масло зачем полил, овощи туда, все эти картошка, понимаешь, там баклажан, перец, там вот и помидор, все это складываешь, что это специи кладешь, специи, ай, хачапури, а специи, понимаешь, когда специи кладешь, запах идет, понимаешь, а запах идет, сосед приходит, понимаешь, сосед приходит, барашка приводит. Не свинью, понимаешь, а барашка. И эти овощи туда, понимаешь, достаю, барашка туда. Это барашек пошел, где кипит, щипит, я его накрываю, он томится. Потом, это все, на стол люди садятся, понимаешь, за стол все это, я не знаю, даже что получается, они там это садятся за столом, сели, знаешь, все вместе, у кого-то там тост, понимаешь, у кого-то песня, знаешь, у кого-то тост, песня, понимаешь, знаешь, это объединяет, вот что, да, конечно, что получается, да, получается, что люди, они готовят вместе, понимаешь, они кушают вместе, да, они разговаривают вместе, видишь, это все, это традиции, такие-то ритуал такой, понимаешь, вот,
Вот у вас вот в Молдавии вообще вот нет этих традиций, ритуалов. Такого у вас этого вообще не бывает. Я говорю, как нет? Бывает. И что? Бывает. У нас собираются тоже нормальные эти... И мангал делают, и картошку делают, и баклажаны делают. И не совсем так. Сука, значит, нет. Все. Понимаешь, это все там, это по-другому. Это культура, традиции, ритуал. Все это вместе, понимаешь? Это все это... Людей, это объединяет всех людей за столом, понимаешь? Это все на объединение людей работает. Ну сейчас вот в мире, посмотри, сейчас эти все вот, это разобщение людей идет. Если ты посмотришь эти маски, все вот это, все людей разобщает, понимаешь, в разные стороны всех. А это на объединение людей работать надо, вот куда вкладываться надо, понимаешь. А это труд, понимаешь, это вот это делать надо, это так просто не получается. Потому что ты когда это опускаешь, ну ты когда раз, все в разные стороны, сразу все это разобщать людей. Вообще ничего, а это сюда, понимаешь, вот ты туда надо работать, туда вкладываться надо, вот что делать надо. А это вот это вот ты... В разные стороны. Не сюда. Вот это, понимаешь, это вот культура такая. Ритуал. Это традиции они. Понимаешь, что вот это. Дружный народ. Вот. Люди это. Все это. Молодцы. Вот то. Слушайте, а так это у вас это, да, хорошо. О, не, спасибо, я все, я пойду, потому что очень хорошо посидел у вас. Я завтра еще зайду, я имею в виду, что сказать. Заходите. А почему с дочной купили? Я взял нашу погодку, но что-то скрадем, я как бы возьму там проводку. Да и давай. Ухрадем кей татту. Да. Серьезно, дикши. Что ты пачку ноштенцку татту? А мне стриком кишет, а пачку ноштенцку татту. Сам татуировщик. Сам татуировщик. На Махнаре татуировщик. А, тату татуировщик. Да, венский профессор. Вику. Елик татуировка анчанта. Орику аппарат. Татуировщик.